Паспорт у тебя российский? Паспорт у меня российский. Не думаешь американский получать? Я столько налогов уже отдал. Будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. А ты платишь налоги в Америке? Конечно, конечно. Ну, естественно, все так делают. Кто работает в Америке, у кого рабочая виза, либо грин-карта. Я думал, там звездным хоккеистам просто так дают паспорта. Как у нас там Депардье дают. Не-не-не, там долгий процесс, там 5-6 лет. Вот. Как бы я не в этом процессе сейчас, поэтому. Но, конечно, было бы удобно иметь паспорт, не обязательно Америки, просто паспорт, по которому можно спокойно перемещаться по миру. Без виз. Угу. Это было бы очень удобно. Вот. А так, конечно, я столько налогов плачу, если выдастся возможность. Не знаю. Ты анализировал, что бы ты мог купить на налоги, которые ты заплатил? Блин. Ну, все то, что у меня есть, два раза бы я купил. Поэтому, да. Ну, а так нет. Я, в принципе, все, что мне нужно, у меня есть.